вчера было, мы после пола не выспались. И, девочки, я же ничего не ела. Вы представьте, я за все утро выпила две чашки кофе, и все. Еще как какого кофе? Маккофе ты пила? Как я могу пить? Никак не могу. У меня силы нету, у меня дыхания нет, ничего нет. Здравствуйте. Все видно. Дорогие дети, сегодня мы вам представим дуже гарну пісню. Із кантати. Із кантати нам потрібен мир Аріозу. Музика Новікова. Ні, дівчатки. Музика Сергія Новікова. А чого Сергій? А. Єнота. Єнота. Під псевдонімом Єнота. Він працює під псевдонімом Єнота. Не все це. Я спрашиваю, говорю, що там Єнот? Вона так засміється. Я говорю, ну Новіка. Я йду. А говорить, Єнот нормально. Піпець, з цього дивиться. Так вона вже казала. Девочки, извините, надо поесть, нереально, я не могу. Да, не будет, нет, наверное, сегодня у нас не получится классная запись, к сожалению. Облажались. Ладно, еще раз. Попытка номер 50. Ой, что не говорю. Давайте поиграем. Не, или это плохо? Нет, не надо играть. Все люди спят, но мать не спит сейчас. И не смыкает мать усталый глаз. Была война, был сын убит в бою. Прикрыл он сердцем родину свою. Пред ним открыт. Раздастся в двери стук, и сын вернется вдруг. Но верит мать, она все ждет, все ждет, все ждет, что сын вернется. Все люди спят. Все сына ждет.
вже маємо, то маємо. Дякую.